Приветствую, дорогие друзья. Так уж получилось, что совпало два футбольных события очень важных. Одно европейского уровня, второе областного. Вот на этой неделе решалась судьба сборной Украины для выхода ее в финал чемпионата Европы. Слава Богу, преодолели мы этот барьер и, наконец, можем вздохнуть легко и ждать теперь будущего года, 2016-го. Ну и второе событие областного уровня, потому что завершился сезон очень интересным таким финальным турниром на Суперкубок Николаевщины. Встретились две сильнейшие команды на центральном городском стадионе. Это команда «Автолокомотив» из Южно-Украинска, обладатель кубка, и чемпион нашей области, открытие нынешнего сезона, команда «Врадиевки». Вы знаете, была благоприятная погода, была отличная игра, и поэтому этому посвящен наш репортаж. Вы услышите сейчас мнение председателя областной федерации футбола Николая Леоновича Ярапунова, президента федерации, главного тренера из Южно-Украинска «Автолокомотива», и очень интересное мнение человека, который решил помочь нашей основной команде области, взял под свое крыло Николай Викторович Топалов. Он стал президентом футбольного клуба «Врадиевки». Вот «Врадиевка» не была на географии в такой футбольной нашей области, но теперь она будет одной из лучших команд, потому что скоро будет представлять вторую лигу нашей области. Итак, сейчас вот эти интервью, которые, я думаю, вас заинтересуют, потому что встретились две лучшие команды Николаевщины. Дорогие друзья, вот сейчас решается судьба нашей сборной, которая борется за выход в финал чемпионата Европы. Но вот у нас в любительском футболе области сегодня события. Известные финалисты – это обладатель кубка команда из Южноукраинска и открытие сезона команды «Врадиевки». И сейчас о финалистах, о том, как прошел этот сезон, расскажет президент областной федерации футбола Николай Леонидович Ярапунов. Итак, каким он выдался? 2015. Да, ну, во-первых, добрый день всем. 2015 год для николаевского футбола был особым. Почему? Потому что мы меняли стиль. Почему? Потому что мы понимаем экономическое состояние, которое сегодня есть на Украине, которое есть в Николаевской области. Вот. Благодаря, наверное, Богу и тем людям, о которых можно говорить, у нас 16 команд участвовало в чемпионате Николаевской области. Практически каждый район, каждый район. И для нас было главной задачей создать чемпионат области, чтобы он был чемпионатом области. По 8 команд играли, которые 4 команды должны были выйти в финальную часть. Так и вышли 4 команды. Юга, 4 команды севера. Команды севера более мощнее, более подготовлены. Почему? Потому финальную часть вышла «Врадиевка», вышел «Первомайск», вышел «Автолокомотив» и вышел «Лицей». Это уже финальную пульку за определение первого, четвертого места. Вот. Мы определились на исполкоме Николаевской области, что нас не будет третьего, четвертого места. Тот, кто занимает при выходе в финал, остается на третьем месте. Так мы наградили команду «Автолокомотив» за третье место и «Лицей Казанку» за третье место. Финальном участи определили так, что Вознесенск был для нас приемлемым городом. Почему? Потому что это северная часть нашей области. И самое главное, что оттуда «Врадиевка» и оттуда «Первомайск». В большущей битве «Врадиевка» одержала победу со счетом 2-1. И штанга спасла «Врадиевку» от счета 2-2. Вот. Поэтому, вышедший и ставший чемпионом Николаевской области, вот ихний, президент, с которым мы общались и говорили, сказал, что Николай Львович, я уже вошел в этот футбол, я теперь его понимаю, и поверьте мне, что будем готовить и сборную области на 17-й год, чтобы она стала лучшей на Украине, и мы будем готовиться к первенству Украины. «Врадиевка» на следующий год будет выступать первенство Украины уже обновленным сильным составом, для того, чтобы задача стоит минимальная. Минимальная. Выйти в финал первенства Украины. Вот. Это минимальная задача. А максимальная задача – это стать чемпионом Николаевской области. И обладатель кубка. Вот. И обладатель кубка наш також. «Автолокомотив» – это очень мощный, сильный коллектив, который собирается и играет очень сильно. Вот. Они на следующем году выступят в Кубке Украины. Вот. И продолжат свое... Будем смотреть, как будет развиваться. Я считаю, что чемпионат Николаевской области прошел очень здорово, очень сильно. И мы итоговую игру решили провести на центральном стадионе в городе Николаеве. Значит, у Вознесенске участвовало 2-2,5 тысячи
значит, людей, которые заполняли это. Для них это интересно, для них это здорово. Это область, это их... И вроде их... был нейтральный... Зритель был заполнен. Город Николаев, конечно, но он более избалован тем, что все-таки мы... передавали и просили, чтобы все пришли, чтобы посмотрели на чемпиона, на обладателя кубка. Вот. А сегодня главный итог сезона – это суперкубок вот, Николаевской области. Кто его станет, обладатель этого? Ну, как всегда, и Украина играет, и мы знаем, когда играет Европа. Значит, чемпион, и этот, они встречаются и выигрывают. Самое главное – суперкубок. Поэтому мы сегодня и собрались на этом стадионе, чтобы решить один вопрос – посмотреть, как развивается наш аматорский николаевский футбол. Итак, вообще кубковые матчи непредсказуемы, а тут тем более суперкубок, чемпион области, обладатель кубка. Пока ничего не известно. Все решит мяч, игра команд. Ну, а мы желаем успеха Николаю Леонтьевичу Черепанову, который является, в общем-то, возглавляет очень серьезный регион николаевский, один из лучших в нашей стране по любительскому футболу. Несколько минут остается до начала матча за кубок, суперкубок нашей области между чемпионом Николаевщины и обладателем кубка. Олег Недяк возглавляет команду из Южноукраинского автолокомотива, которая совершила такую сенсацию, потому что в гостях в Первомайске украли в финале кубок у хозяев, потому что это было... игра с преимуществом первомайцам, но они оказались сильнее. Ну, у вас сегодня очень интересная встреча. Кубок свидания предсказуемый, поэтому о вашей команде и об этом матче. Вы знаете, мы в хорошем настроении подошли к сегодняшней игре. Ребята действительно провели очень интересный сезон и, в общем-то, плодотворный. Как вы сказали, мы обладатели Кубка Николаевской области, мы завоевали бронзовые медали. Вот, до этого мы еще стали чемпионами области по футзалу. То есть насыщенный, хороший сезон, завершающий этап. Ну, игра, футбол всегда интересен, поэтому посмотрим, как она закончится, да. Дело в том, что для нас команда в Радиске – это открытие сезона. На ровном месте появилась она, но она как Барселона и Реал. Они собрали лучших игроков планеты, а эта команда собрала под свое знамя лучших игроков области, да? Поэтому о сопернике. Так точно, да. Вы знаете, для нас эта команда не открытие абсолютно. Это команда, которая выступала по знаменам Степового, очень хороший коллектив. Вот, с Витей Журовым мы дружим очень давно. На поле соперники в жизни мы, в общем-то, нормально общаемся, поэтому и перед игрой сегодня пожелали друг другу удачи. Вот. Хорошая команда, не вопрос. Пришлось нам с ними сегодня, в смысле в этом сезоне, побороться более чаще, чем обычно. Ну ничего. Ну, как ничего. Соотношение в этом сезоне с ними? Вы знаете, у них более, так сказать, сыгранный коллектив, сбалансированный. У нас команда молодая. Средний возраст 23 года, но у нас все работники атомной станции. То есть ребята работают и в свободное время и стараются тренироваться. Поэтому как добрые, так сказать, времена, прошлое, понедельник, среда, пятница. Вот это весь тренировочный процесс. Но тем не менее, ребята стараются, любят футбол, играют. Они молодцы. Я очень доволен своей командой, очень доволен. Южноукраинск уже было второй лиги? Вторая лига? Да. Да, конечно. Мы 18 лет была команда профессиональная, но, к сожалению, так случилось, что 7 лет назад команда прекратила свое существование. Вот автолокомотив как бы стал на место этой профессиональной команды, как любители, выступает в областных, республиканских соревнованиях. Но, тем не менее, для города это очень хорошо, это полезно. Люди приходят на стадион, поддерживают команду, болеют. Это радует всех, и нас, и город, горожан. Ну что, появление команды в Радиске, которая не имела ни одного поражения в этом сезоне, в графе проигрыши ноль. Ну и она осматривается в перспективе, как команда второй резерв главной нашей футбольной команды Николаева во второй лиге. Ну посмотрим, потому что сейчас кубковый поединок, который, в общем-то, непредсказуем. На что рассчитывают ребята ваши настрой? Вы знаете, настроение хорошее, все настроятся на победу. Поэтому ничего удивительного, все нормально. Игра рассудит и определит сильнейшего. Это однозначно. И снова мы ведем возле чужих ворот. Юрец как пушки бьет. Николай Викторович,
хороший дебют. Ну что ж, футбольный марш сообщает о том, что сегодня будет очень интересный поединок на суперкубок нашей области по футболу среди лучших команд области. Команда в Радивке и команда из Южноукраинска, Автомолокомотив. Самое интересное, что открытием сезона стала команда в Радивке. Мы знаем, что там сильно многих футбольных традиций не было раньше. Николай Викторович Топало, да? Как появилась у вас идея взять команду в Абрадивку, лучшую команду, которая без поражения прошла сезон, сейчас будет бороться за тот почетный приз? Или у вас приезжает футбол, или вот почему решили сохранить для нас такой ведущего клуба? Ну, поступила пропозиція підтримати дану команду, і ми, будемо говорити, вирішили колективом, там, що будемо підтримувати. І на даний час команда працює, команда грає, команда виграє, і ми за нею раді. Так це вас знайшли, чи ви знайшли? Ні, ну нам поступила пропозиція, і ми їх прийняли, розглянули і вирішили її підтримати. Ну, ви як відноситесь самі до футболу? Нормально. Не грали ніколи? Ні. Ну, дело в тому, що дуже цікавий сезон пройшов. Ні одного пораження у вашого колективу. Заслужено вони стали чемпіонами. І от з якого настроєння ви їхали сюди, а ваші ребята теж? Ну, з настроєм перемоги. З хорошим настроєм, так. Хочете медалі положити в цей кубок, так? Так. Вот какие перспективы? Дело в том, что эта команда будет выступать за сборную области на всеукраинских играх. Там эксперимент очень серьезный. То есть у них хорошая перспектива стать полупрофессионалами, выйти во вторую лигу и представлять нашу область на очень престижном уровне. Да, мы прошлый рік дошли до 1/4 в Кубке Украины среди аматорских команд. Залишились мы в игре с Балканами. Це чемпіони України. На цьому рівні ми поки що залишились. Ну, це був пробний етап, а в наступний рік, я думаю, що ми покажемо кращий результат. Ну что ж, с вами был один из руководителей, главный руководитель команды в Радике, который вот совершил такую сенсацию, появилась на футбольном небосклоне любительского футбола, и вот сегодня претендует на самый почетный приз нашей области сезона 2015. Номер 9. Сиводняев Дмитрий. Команды Незернюк Роман, номер 19. Уважаемые друзья, ворота команды футбольного клуба «Врадьевка» слева, ворота команды «Автолокомотив» справа от центральной трибуны. Ну что ж, мы увидели очень интересный поединок, захватывающий, настоящий кубковый. Ну, нельзя сказать, что он прошел в равной борьбе, хотя кубок предполагает, что здесь победит, может быть, неожиданный соперник, но команда в Радивке доказала, что она сейчас сильнейшая, собрала под свое крыло лучших футболистов области, приняла участие впервые в таком эксперименте всеукраинском, когда между областями нашей страны проходит такой турнир. И эта команда с перспективой на будущее. Ну, можно сказать, большим преимуществом 5-1 выиграли в Радивке. Это успех закономерен, очень боевой такой интересный футбол. Мы увидели настоящую зрелую команду, любительскую, которая сумеет продолжить традицию николаевского спорта. Итак, два футбольных события, всеукраинское и областное, и европейское, прошли на этой неделе. До новых встреч, всего хорошего.